И снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм, и мы играем в Героя 4 Меча и Магии. Добра и радости. Анального порабощения и вагинальной свободы. Так, и чё? А, сюда мы не сможем зайти, не убив этих чуваков. Ну чё? Чё вы? У меня же 5 уровня. Вы поняли, что? 5-сантиметровый хрен. На самом деле, насчет хрена нет. А во всем остальном, да. Так, ну здесь нам не обязательно их убивать, поэтому просто пособираем тут все. Опыт соберем. Всегда беру опыт. И не жалею об этом. Эй, а чё она не надета? Она должна быть надета. Кстати, чё она там нам дает? Носящим кольчуг гармонии. А, фигня. А, веселье, точно. Веселье это как? Это, по-моему, там... Так. Стоп, а она и есть бард. То есть она и так под весельем постоянно, наверное. Не помню, в общем, как и что тут делать. Ну, плевать. Так, убивать их я, наверное, не буду. Или буду. В принципе, можно было бы. А можно было бы и не убивать. Так, и теперь... Стоп. Я мог бы еще какие-то ништяки тут пособирать с помощью... И разведать, собственно, с помощью всяких феечек. Почему бы и нет? Раз... Лети, лети, феечкок. Через запад на восток. Чтобы наша девка этим не занималась. Так, значит, теперь это прокачиваем. Тут ходим. Ходи, дорогой. Не, прихлопывать не хочу эту армию. Придется, блин, сражаться с ними, с этими джинами. А может и не придется, посмотрим. Не хочу пока что этим заниматься, почему-то. Может потому, что это геморно. Что за странное название? Грозовые горы. Кто же до такого додумался? Разве он не знал, что грозовыми бывают тучи, а не горы? Это название действительно кажется глуповатым, пока вы сами не увидите эти горы. Я имею в виду сейчас. В этих горах ютится такое количество громовых птиц, что 5 минут не проходит, чтобы не услышать грохот грома или не увидеть вспышку молнии, производимые этими великолепными созданиями. Прям-таки великолепными. Возможно, мне удастся привлечь некоторых... из этих птиц на свою сторону в битве против Гаркануса. О боже. Как же это называется? Почему я говорю о боже? Хотя нет, если я говорю слава богу, то это еще можно переиначить, например, слава Украине говорить вместо слава богу. Но если говорить типа... Ну вы поняли. Тут нет альтернативы. О май гад, как говорят эти американцы. Так, давайте что ли сюда побежим. Берем еще опыт. Берем еще сюда идем. 1000 золота. Круто, можно захватить вот так вот. Смотрите, какие они красавцы. Можно тут поразведывать. А вот уже и вражина. Вражину можно хорошенько побить.
Но эту армию я, пожалуй, все-таки прихлопну. Девять грифонов или 11 единорогов? Вопрос. Думаю, лучше грифоны. Так и так. Ну, думаю, уже справятся тут сами. Пинай его, пинай. Анально поработи его. Кристалл памяти. И вот защитное кольцо, неплохая штука. Блин, да Грейнел тут всех прихлопнет. Слушайте. Чё вы мне тут рассказываете? А Грейнел она вообще такая. Бамс. Бамс. Чё ж ты в попку ей стреляешь? Какая-то катапульта. Любит жопы грифонов. Грифоножопая катапульта. Ой, а тут что-то я зря, наверное, пришел сюда. А антимагия, интересно, от оледенения помогает или нет? Просто я не особо знаю. Чё ж ты творишь? Блин, все, маны мало. Мало-мало маны. Маны. Ой-ой-ой, как все плохо. У нас очень мало всего. Блин, маны нету. И чё ж мне теперь делать? Силу гиганта можно попробовать. Может, сработает. А, заледенили демоны! Ну да, они же демоны, они заледенили. Так, убьем нафиг. Убьем этих чуваков. Мочи их. Так. Блин, ну это безнадега. Текущий ход. Придется заново? Блин. Ну что ж, теперь мы, короче, попробуем все попроще сделать. Нам маны сильно не хватает, вот реально. Так. Так. Бамс и бамс. Так мы сэкономим немножко маны. Угу, все. Нет предела совершенству, как говорится. Так, давайте-ка сохранимся, наверное.
Раз. Потом два. Грифонообразы. Грифонообразы поганые. Отпинай эту катапульту. Да, плохая катапульта. Фу. Очень плохая катапульта. Пинай ее полностью. Так. И так. И как бы вот так вот. И как бы вот так вот. Что здесь можно? Да нифига здесь нельзя сделать, к сожалению. В общем, сначала здесь погуляем где-нибудь. Посмотрим, что здесь находится. Угу. Тут куча полезных вещей находится. Ну, я не знаю, может мне еще героев нанять? У нас тут хаоситов можно нанимать или нет? Да, можно. Берем хаосита и отправляем его тут шныриться. Вот, например, шахта тут бесхозная вообще находится. Вот зараза. Не можем даже захватить, хотя... Хотя можно было бы, но не можем. Вот так вот. Капец тут халявы. Срочно надо за ней идти. Вот раз, потом два. Потом три. Шастают шныри. Ой, титаны! Какого хрена вы вышли? Вообще такие, блин, титаны. Титаны одиночества. Все, уходи отсюда. Уходи! Отошел. Угу. Много здесь полезного. Так, благородство. Нужно ли нам благородство? Не знаю. Устойчивость к магии точно нужна. Или тактика. Тактика, блин, могла бы пригодиться. Но благородство тоже бы могло пригодиться. Учитывая, что у нас есть кого нанимать, почему бы и нет? У нас две магии есть, в принципе. Почему бы не взять благородство? Давайте. Деньги, как говорится, не пахнут и так далее. Так, что это за шняга тут? Ой, проиграет этой армии. Окей, окейушки. Попробуем сохраниться. И постараться обеспечить безопасность своей Агрейну. Впрочем, она ж невидимая. В принципе, ее может и не нападут на нее. Да, не напали. Молодцы. Так, значит, бери давай защиту. Бери шахточку. Потом сюда беги. Ты сюда. Потом сюда. Потом сюда. Сюда. Сюда, сюда. Туда-сюда, туда-сюда.
И вот уже я джигурда. Так, сюда давай. Сюда давай. Надеюсь, на тебя здесь титаны не нападут. А то что-то тебя титаны любят. Видимо, красивый ты. Титаны любят красивых девочек. Да запросто, дракоши. Воши, дракоши. У меня раньше было 4 грифона, а теперь 9 грифонов за один призыв. Так что я вас запросто одолею. Единорогов давайте. Все. Завалирен. Е-е-е. Конечно же, знахарство. А зачем я на них нападаю вообще? Блин, вот это я лоханулся. Зачем я на них напал? Лишь бы ману потратить. Похоже на то. Бамс. 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 В общем, надо сюда добежать и потом к джинам. А, джинам мы можем обойти. Круто. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, похоже, что-то ценное есть. Да тут много ценного вообще есть на этой карте. Даже странно как-то. О, халявка. Не зря сюда забежал наш вор. Гильдия следопытов, и теперь пойдет дело. О, знахарство следующей ступени, чтобы мана регенилась получше. И сразу же еще один уровень. Ну давайте, наверное, все-таки целительство первой ступени вкачаем, чтобы мана быстрее регенилась. А остальное успеем чуть попозже вкачать. Сокрюшон буду этой армией. Ужас. Я ж крюшон полнейший. Ой. Я забыл взять здесь. Ужас. Что за ужас? Так, 1000 получил опыта еще. Неплохо. Сюда, значит, и сюда теперь летим. Феи ж летают вроде бы. Да, не швинкс. Ой, надо это захватить. Будет. Или было уже. А сейчас поздновато. Или и то, и другое. Так, стоп. Через 3 дня я буду крутым. А сейчас я лох. Птички. Ага. 300 опыта. Сюда, значит, теперь. Сюда. Сюда не добегу, не добегу. Окей. В общем, все это нам надо обчистить. Срочно.
Сзади ты пробежишь, и будет все хорошо. Ты, значит, что здесь творишь? Ага. На юге я обнаружила другой город, Фенвиспер. Короче, уже мы с другой стороны обошли. Видимо, здесь ожидали, что я именно вниз пойду. Похоже, жители не горят желанием мне помогать. Они поглощены внутренними распрями. Вероятно, убедить их в том, что моя борьба с Гарканусом отвечает их интересам, можно лишь силой. Фенвиспер будет хорошей опорной крепостью для похода в южную часть Грозовых гор. Стоп, а в южной части Грозовых гор тоже что кто-то есть? Сидит кто-то такой интересный. Так, и теперь можно дома на деревьях строить. Значит, раз. Теперь сходим. Давайте почистим тут немножко. Грифонус, 10 штукус. Бамс. Бамс и бамс. Все. Раздал бамс. 1500 золота, это норм. Да и меч пригодится. Может, буду в ближнем бою с кем-то воевать. Так, значит, сюда. Еще опыта. Больше опыта нужно. Больше опыта для бога опыта по имени Паратир. Капец, тут сколько всего. Я тут все и не захвачу нафиг. Ага, вот где есть проход. Значит, теперь цитадель строим. А героя наймем, короче, этого. Ну, вы поняли, какого. Тактика. Чтобы он водил войска. Ну, если, конечно, у нас такой есть. У нас, наверное, такого и нету. К сожалению. У нас много существ, а тактика нету, который бы их водил. В этом недостаток нашей фракции. Так, опять нам оберег некромантии дают, который мы уже знаем. Причем очень хорошо знаем. Так, сюда. Потом ты бежишь сюда. Учишь что-нибудь, разведчика, например. И сюда бежишь. Ой, надеюсь, на тебя не нападут. Тут, значит, что? Утес грифоном. Ставим. Красный уже начинает ходить не по-детски. Мы, короче, здесь просто побудем. 5 ртути. Ну что? 70 мумий. Запросто возьмем на себя. Вот что значит опытный герой. Опытный герой может кого угодно завалить. И как угодно. Так. Давайте, что ли, еще не грифонова, а именно единорога выдаем. Правда, можно было вообще здесь одними грифонами обойтись. Выплевать. Так. Ой, больно. Довольно-таки все это больно.
Хотя можно было сэкономить ману. Теперь я это понял. Не рассчитал силы, как говорится. Так, прихлопнет 5 птичек. Не знаю. Но я не хочу нанимать громовых птиц. Поэтому как бы... Идите вы в попо. Пожалуйста. Пошел-ка я вот сюда лучше. А вот ты тут захватывай, продолжай. Ой, ну ладно, хоть так. Тут тоже можно будет захватить все. Я получила весть о том, что, по слухам, воинство нежити собирается далеко на юго-востоке под началом могущественного некроманта Гаркануса. Оказывается, у союзников Хексиса на уме то же, что и у меня. Мне нужно поскорее отыскать ожерелье и в то же время соблюдать осторожность, чтобы им в руки не попала кольчуга гармонии. Ну, конечно. А как ты думала? Так, мы прихлопнем эту армию. Это интересное мнение. Так и так. О, капец, тут сколько этого говна. Так, ты, значит, ну здесь и стой. Напрягай их, так скажем. А ты что творишь тут? А, точно, герой. А, нет, доступен нам рыцарь. Так что все нормально. Берем, короче, армию с ним. Угу. Попробуем-ка сохраниться. И пойдем сюда. 900 за скрытность нам дали. И что я думаю? Что я думаю? Я думаю, щито нам нужно. Единорогов, что ли? Или осиный улей? Давайте осиный улей. Все-таки наги, они дальнобойные, типа. Ты не тех атакуешь! Нага. Ты плохая нага, фу. Вот зараза, все же испортят. Водяных элементалей давайте. Они тут всех закастуют нафиг. Так, о, вот так лучше немножко. Слабость давайте. А, нельзя на них уже? Уже накастовали, да? А ты убегай давай подальше. Пока тебя тут не растерзали. Ну когда ты на него слепоту нафигачишь? Так. О! На кого-то слепоту нафигачили. Отлично. Грифоны, значит, есть у нас еще. Общую фортуну можно нафигачить. Но это меня не сильно интересует. Меня больше интересует вот, что я тебя побью. Очень больно.
Так. 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 Бамс. Бамс. Все. Все, отлично. Поубивали красавчиков. Ну и на этом, пожалуй, мы закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Как я уже сказал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого, конечно, не сделали. И всем пока-пока.